привет! Сегодня мы рассмотрим лазертаг-пистолет компании LaserBar Cratchet. Он относится к серии Special. Давайте немного пройдемся по характеристикам. Вес его 350 граммов, длина 17,5 сантиметров, дальность выстрела 60 метров, время работы до 20 часов, и аккумулятор у него литиевый. Хочу сразу оговориться, что прицел в комплект не входит. Каждый выбирает его по вкусу. Я выбрала этот коллиматорный, поэтому Cratchet выглядит сегодня именно так на наших съемках. Давайте испытаем его. А поможет нам в этом старший инструктор Вадим. Вадим, привет. Здравствуйте. Готов ли ты сразиться с ребятами, используя только Cratchet? Конечно. Но начнем мы с технической проверки дальности. На сайте производитель говорит о 60 метрах как оптимальной. Итак, Вадим, здесь 30 метров до мишени. Давай попробуем. Давайте. Уходи. На каком расстоянии сейчас мы будем тестировать? Сейчас мы будем тестировать на 60 метрах. Шаг колонны 6 метров, между ними промежуток. На 60 метрах при 50% мощности стреляет очень отлично. Разбег примерно, погрешность лево-право вверх-вниз у нас составляет примерно сантиметров 5. Не отчаивается. Вадим, а какое расстояние? Уже 65, ой, уже 70 метров он уже не попадает при 50%. На 100% будем? Да, давай попробуем. Дальность выстрела увеличена. Все, на 70 метрах, на 50% он уже не стреляет. Это сейчас 100, да? 90. Идет? 90? Сейчас добавим до 100. В общем, 110 метров точно есть. Добро, 110 метров. Можно я тоже попробую? Пожалуйста. Спасибо. Попалось, да? Попало. Ну что ж, теперь давай в бой, а после игры поговорим с тобой о твоих ощущениях. Посмотрим. Игра прошла отлично, пистолет справился со своей задачей, но имеет некоторые нюансы и замечания. Достаточно неплохо лежит, но есть ощущение, что маленьким детям может быть некомфортно во время игры. Я бы, скорее всего, рекомендовал Феникс для шкалят, а уже Cratchet непосредственно можно использовать детям лет от 9-10. Идеальный пистолет для арены, именно непосредственно на площадках небольшой площади. Для улиц тоже он себя показал неплохо. Дистанция 100 метров – это тоже хороший показатель непосредственно для пистолета. По большому счету, замечаний, больших нареканий к нему нет. Очень хороший для проката и для личного использования, но в личное пользование я бы посоветовал присмотреться к моделям типа ПМ или Грач. Они антуражные и перезарядка реализована на затвор. Цена-качество более чем оправдана и подойдет. И очень советую именно для проката, для прокатных клубов данный пистолет. Все, спасибо тебе большое за твое мнение. Мы прислушаемся. Все, увидимся тогда с тобой в следующих сериях. Все недостатки незначительны, они полностью перекрываются замечательной ценой и качественным корпусом. Что еще нужно для игры в лазертаг? Оружие, которое не подведет. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!